используем нити для тредлифтинга из полидиоксанона или поликапролактона. Это шовный материал, который очень хорошо зарекомендовал себя в полостной хирургии, кардиохирургии, то мы можем использовать эти нити вместе с контурной пластикой иногда даже в один день, потому что наши пациенты, к сожалению, не располагают большим количеством времени. А так вообще, конечно, 2-4 недели, и можно спокойно сочетать нити, ботулинотерапию, контурную пластику, РФ-лифтинг. То есть это абсолютно такой метод, который можно интегрировать в любую программу омоложения.